Мужик остался совсем без денег. Решил Богу письмо написать. Ну, пишет. Господи, пошли мне хотя бы 100 рублей, иначе повешусь. Взял письмо и в окно выкинул. Мимо идет участковый. Увидел письмо, читает его, думает. Нафига мне тут проблемы на участке? Тут по карманам пошарился, нашел 50 рублей. Пошел в эту квартиру, отдал мужику. Мужик обрадовался, решил ответ написать. Пишет. Спасибо, Господи, спасибо тебе. Вот только не передавай больше деньги через этого мента, а то он половину спиздил.